Доброе утро, телезритель! Подъем! Это снова Рожков в городе, и каждое утро я работаю для тебя, чтобы рассказывать, что же интересного есть в Тамбове. Но сперва я хочу у тебя кое-что спросить. А занимался ли ты зарядкой? Если нет, ничего страшного. И прямо сейчас мы покажем тебе, как это надо делать. Отправляемся в студию йоги, где настоящие профессионалы, познавшие дзен с собой и с природы, пробуждаются при помощи специальных практик. Готовы? Тогда поехали! Мы на месте, идем правильно пробуждаться. Начинаем круговое вращение в правую сторону. Полукруговой вдох и полукруговой выдох. Максимально стараемся расслаблять шею в этом движении. Выглядит все очень умиротворяюще и не совсем ясно, как же йоги получают тот самый удивительный заряд энергии и бодрости при помощи своих упражнений. Но я лично сяду вот на этот коврик и попробую выполнить несколько тех самых заветных практик. Именно в том, чтобы занятие провел профессиональный инструктор, чтобы оно было цельным, то есть от одной-двух асан, которые вы, например, подсмотрели в интернете, дома вы не взбодритесь. То есть здесь каждый инструктор очень квалифицирован и делает эти занятия в комплексе, которые нужно пройти от начала до конца, чтобы получить одновременно и расслабление, и при этом бодрость. Это очень ценное сочетание, когда это одновременно есть. А вот прям, чтобы быстро, вот так, если мы прямо сейчас с вами проэкспериментируем, можете мне что-то сами показать, чтобы там, не знаю, встать в какую-то вот такую вот штуку там, да, и я прям раз такой и расслабился, и взбодрился? Из такого самого быстрого и популярного есть комплекс упражнений, который называется «Круги солнца». Давайте взбодримся. Давайте сейчас все мы взбодримся как следует. А я не сломаюсь. Это очень сложно. Уже спина болит, если честно. Вот, это все тренируется. Ни моя девушка не простит такую асану. Мы сейчас делаем это очень медленно, а так этот комплекс делается 108 таких упражнений подряд. Сразу? Да, одновременно. Это очень здорово тренирует дыхалку. Милан, очень я бы вам спасибо. Телезритель, перед тобой сейчас находится Марина, это инструктор в йога-студии, и она покажет мне, как обычному простому человеку взбодриться с утра, используя удивительные асаны йогов. Марина, пожалуйста, расскажите мне, какие асаны нужно, чтобы взбодриться с утра, оживиться? Есть, я сейчас назову три очень эффективных асаны, которые помогут вам взбодрить, пробудить свое тело после долгого лежания. Первая асана, это называется упражнение «Кошка-собака». Оно делается динамически. Я вам продемонстрирую. Давайте прямо сейчас мы с вами, может быть, их и выполним тогда. Давайте. Что же тянуть? Значит, для того, чтобы нам выполнить это упражнение, нам нужно встать в позицию стола. Позиция стола. Господи, здесь уже и корова, и собака, и стол. Это позиция стола. Нам нужно, чтобы колени были на ширине таза. Широко расставленными пальцами ладони у нас были под плечами. И из этого положения мы делаем вдох. И на выдохе мы делаем максимальный прогиб. У нас скотчик и макушка стремятся наверх. Живот стремится коснуться коврика, а на вдохе мы скручиваемся. Я не могу, мне очень сложно дышать в этот момент, как вы это делаете. Это хатха-йога, да? Да, это хатха, это йога, это классическая йога. Сколько нужно времени вот утром, да, чтобы вот так вот позаряжаться, ну, примерно? Поверьте, за 15 минут.
Вот эти две асаны очень хорошо остро согреют. Так что, телезритель, поза кошки, стола и коровы сделает из себя настоящего энерджайзера. Ты будешь работать просто вот до седьмого пота и не почувствуешь ни капельки усталости. Вот Марина тебе это обещает. Это правда. Прилив энергии пошел? Да. Настолько сконцентрировано, что вся энергия на во мне. Прекрасно. Как ощущения? Чувствуется дзен-буддизм? Конечно, да. Все ради него. А какие ощущения вообще вот после всего вот исполненного, когда вот в конце такое упражнение? Наступает полное расслабление в мышцах, и ум расслабляется тоже. Потрясающий результат. Для меня это самое интересное, потому что вот хатха-йога, это, конечно, прикольно, но вот здесь, мне кажется, самое начинается интересное. Опускаем корпус, ноги поднимаем наверх, широко сразу выставляем, широко, стопы, широко, стопы вместе, отпускаем. Нет, я так не могу. Давай, опускаем. Вот, и ладошки разводим в разные стороны, опускаю, расслабь руки. Плечи и шею. Шею тоже надо расслабить. Опустить голову вниз. Ощущения, конечно, необычные, но взбодриться мне это определенно помогает. Так, а как теперь, да, разогнуться? Вот так телезритель проходит занятия по йоге. Много асан, много направлений, но все они одинаково полезны для здоровья и, что самое главное, бодрят с утра. Выбор остается сделать тебе. Ну а я прощаюсь, правда, только до завтра.